Одни шариками, другие собаками, третьи с криками «Ура!». Несколько тысяч людей утром 1 июля прошли в театрализованной колонне, посвященной дню рождения Владивостока. Мы любим Владивосток! Владивосток лучше! Я очень люблю Владивосток. И моя сестра Симка тоже любит Владивосток. И все любят Владивосток. Дорогие жители Владивостока, желаю вам такого же яркого настроения, как сейчас день. С праздником вас! Колонны шли по Светланской улице до Центральной площади. В шествии принимали участие жители и гости Владивостока, представители администрации города, студенты, школьники, спортсмены и различные компании. Каждый участник привлекали внимание к своим колоннам разнообразными способами. Какое ваше любимое место в Владивостоке? Город преображается. Весь Владивосток. А где гуляете обычно? Парад колясок. Русский остров. Там красивое море. Мы очень любим свой город. Он за последние годы так преобразился. Мы очень рады, что мы в нем живем. Я его очень люблю. Здесь море ни на что не поменяю, даже на Ленинград. Среди шествующих была отдельная колонна из гоночных машин и ретро-автомобилей с невестами в салоне. Также по Светланской прошли гости из Вьетнама, Китая, Японии и других стран. И вдобавок целая колонна близнецов. Нас было очень много. Да. Мы кричали: «Кто шагает дружно в ряд? Близнецовский наш отряд! Кто шагает дружно в ногу? Уступите нам дорогу!» В 2017 году Владивостоку исполнилось 157 лет. И пусть дата не круглая, зато настроение у жителей отличное. В этот день друг друга поздравляли все. Сколько лет Владивостоку? Знаете? 175? 6? 7? 8? Мы приветствуем. Сколько лет Владивостоку, знаете? А кто образовал Владивосток? Я знаю, в каком году. В 1860-м? Да. 157. Отлично! Какое место ваше любимое в Владивостоке? Морской вокзал. Почему? Потому что с него видно весь Золотой Рог. Жителей поздравил и исполняющий обязанности Владивостока Константин Межонов. Он сказал, что является патриотом города, и для него день рождения приморской столицы – особенный день в календаре. Особо к нему отношусь, поскольку это ответственность. Это ответственность перед городом, перед его жителями. И, конечно же, хочется, чтобы праздник прошел красиво, и чтобы жители города Владивостока получили огромное удовольствие. Также на разных площадках города весь день проходили мини-концерты и конкурсы. На набережной выступали дети из театра молодежи, в Адмиральском сквере творческие коллективы, а около театра имени Горького провели фестиваль бардовской песни. На Центральной площади весь день вплоть до вечера горожане и гости Владивостока смотрели праздничный концерт, который завершился масштабным салютом. Владивостоку 157 лет, и этот день отметили с размахом. Жители города могли наслаждаться представлениями или сами становиться их непосредственными участниками. День рождения отметили 1 июля, тем самым продлив праздничное настроение горожан на 2 дня. Ведь официальная дата основания Владивостока – 2 июля 1860 года. Ирина Мокрицова, Руслан Мартынычев. Новости на Восьмом.